Вот это наша новая масочка, называется «Волшебные пузырьки». И сейчас мы будем их наносить, мы будем ее наносить на лицо. Угу. Сейчас Танюша будет делать, наносить, а я буду говорить, что это такое. Во-первых, надо обязательно сболтать. Она такая вот как жидкий гель, такая консистенция, но она действительно волшебная. Эта маска на самом деле это очень глубокий детокс для кожи. Особенно у кого, девочек, засорены поры, у кого черные точечки, она прямо вытягивает наружу. И поэтому вот Танюша сейчас болтала. Кстати, перед этим, до этого, кожа должна быть чистая и сухая. Это, наверное, единственная маска, которая вот должна быть сухая кожа. Поэтому сейчас Танюша на ладошку себе где-то делает три качка. Так, и наносит. И сейчас будет происходить реально магия вот этой маски. Я когда ее делала первый раз, это было настолько фантастически. Угу. Так, и смотрите, 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 что начинает происходить с кожей. Так, мы область вокруг глаз мы не трогаем. Угу. Хватает, Танюш? Ну, наверное. Возьми еще тогда, возьми еще. Возьми еще. Еще две штучки, да, вот, вот теперь вот, смотрите, прямо на глаза, смотрите, она еще не успела нанести, маска превращается в пеночку, легким движением руки брюки превращаются, Шорты! Смотрите, вот, и сейчас вот масочка, она превращается в такую вот пеночку, эта пеночка увеличивается, и буквально через минутку, через две, Танюша почувствует что? Я чувствую, как вот эти пузыречки, они как будто бы вот они стреляют. Вот прямо аж в носу щекотно. Очень приятное ощущение. Очень приятное ощущение. Да, мы сейчас выдержим масочку где-то до 10 минут и вернемся обратно. Итак, прошло 10 минут и... Вот куда-то оно исчезло. Танюша, расскажи вам свои ощущения за эти 10 минут. Офигенные. Значит, во-первых, она так растет, 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 а потом начинает щекотать. Булькать, и начинает в носу щекотать, кожу щекотать. Но кожа сейчас такое впечатление, как будто бы накачали ее ботокс. Опа! Да. И вот сейчас я вот это вот беру, вот так вот. Я так чувствую, что это надо сделать. Вот прямо такие ощущения, что именно это так надо сделать. Значит, так и надо. Да. Танюша знает, что так и надо. Да. И потом я буду смывать. Значит, вот я сейчас трогаю свою кожу, да? Угу. Какая она почти? Лоб, офигеть. Смотрите. Вообще, просто обалдеть. Вообще, я же вижу. Вообще. Я-то свое лицо знаю. Она у меня вообще чудесная, а сейчас вообще прекрасная. И поэтому, смотрите, липкость есть чуть-чуть, но приятная липкость. Липкость, кстати, бывает разная. Угу. Вот сейчас вот приятная такая липкость, я бы прямо вот смывала бы, но надо смывать, конечно, потому что следующий этап, это у нас не следующий этап. Увлажнение. Я смываюсь. Да, сейчас Танюша умоется, и мы продолжим с вами видео. Вообще, красотка! Да. Вот я уже масочку смыла. Кожа, как же ее охарактеризовать? Но такое впечатление, что она не то, что чистая, она чистейшая. И вот прямо вот она дышит. Я не знаю, как это реально по-другому объяснить, но она дышит. А ты чувствуешь, как вот как она наполнилась, как она такая стала... Ты вот... меня опередила, Светочка. А, все, вообще-то, я же сразу сказала, еще даже с маской, такое было впечатление, как будто бы мне... Я, конечно, никогда не колола, но я же как бы не глупая и понимаю, что такое, когда колят ботокс, там, какие-то гиалуроновые кислоты, да? То есть я понимаю, что это что-то наполняется. Вот такое было впечатление, что без боли меня накачали, честно. Вот сейчас у нас увлажняющая маска. Да, второй этап – это увлажнение. Это у нас маска экспресс-увлажнение. Танюш, я тебе предлагаю еще, знаешь, что... Пройти период, процесс тонизации, возьми скорую помощь. Согласна. Да, вот она. Можешь большую, можешь маленькую взять, без разницы. Наносить, как ты думаешь, штампончиком или... Нет, я бы на ладошку, на ладошку, потому что ты тушь все-таки, чтобы мы ее не... Да.
То есть мы сейчас тонизируем кожу. Это такой промежуточный этап между очищением и увлажнением. И очень, это у нас очень приятно. Да, тоник наш, скорая помощь, мой любимый. Я его использую. Да, да. А теперь вот будем. Да, а теперь мы вместо крема мы возьмем вот маску экспресс увлажнения, мы ее нанесем по типу крема. То есть мы не будем таким очень толстым слоем, а вот когда мы наносим тонким слоем, она работает в принципе просто как такой очень хороший увлажняющий такой кремчик. Наносим. Да, наносим. Кстати, как раз Танюша оценит эту масочку, потому что она еще ей не пользовалась. Да, кстати, все планировала и никак. Да, и она даст свое заключительное слово, резюме, вот как даже вот по первому впечатлению, по ощущению тебе смотри, нравится. Это действительно вот называется маска, а ощущение крема такого реально двойного увлажнения. Такое как экстра увлажнение, да, да, дает? Да, такое хорошее. Вот по капельке на каждую часть лица, вот. По линиям. Лобик. И у нас наше личико. Выглядит очень свежо. Очень. Да, и скажи, вот сейчас твои заключения, то есть вот ты, что ты ожидала от этой маски, что ты получила? Вот от маски, а даже от двух. Знаешь, само название, да, волшебные пузырьки, говорит о том, что что-то какое-то волшебство должно происходить. Честно, вот волшебство и произошло. Я думаю, что все понимают, что такое слово волшебство. Вот ты чего-то ждешь, но не знаешь чего. И вот я получила вот это волшебное ощущение какое-то. Вот это нарастающая пена, потом вот это лопание вот этой пены, потом она впитывалась в кожу и наполняла ее. Ну вот. Вот как вам это. И вот экспресс увлажнение. От этой масочки, она вот легла просто, она не липкая, она не липкая. Она вот сейчас должна еще, конечно, впитаться, но опять же, при том, при всем, что вы видели, какой я слой нанесла этой маски, да, но нет ощущения наложенности, кожа все равно дышит. Кожа очень легко. Вот реально. Кожа дышит. Мне кажется, других слов тут не подберешь. Из-за кожи дышит. Значит, она дышит. Значит, она живая. Все, пока-пока. Пока.